Жительники еще одного района Ульяновской области порадовали нас высоким результатом. Корсунский район перешагнул рубеж в 100 тысяч тонн. За добросовестный труд и вклад в продовольственную безопасность региона аграриев поблагодарили специалисты Министерства агропромышленного комплекса и главы хозяйств. Для корсунцев это отличный результат, к которому они шли много лет. Хотел бы всех поблагодарить за то, с какой любовью люди относятся к своей работе. В основном вся заслуга – это людей, которые непосредственно работают в поле. Это и механизаторы, это и комбайнеры, это и водители. Большая нагрузка на них выпадает в это время. Но все с достоинством все это вынесли. Хозяйство Корсунского района уже убрали ячмень и пшеницу. Хорошие результаты ждут от подсолнечника. В этом году муниципалитет может похвастаться еще и небывалым урожаем. Это в среднем 65 центнеров с гектара, когда как средняя урожайность по региону составляет 32. Хороший результат достигнут нами на зимой. 68 центнеров с гектара – небывалый для нашего хозяйства, небывалый и для Корсунского района. Хороший результат дает ячмень, яровая пшеница. После того, как хлеборобы соберут урожай, сразу приступят к севу озимых. В этом году в Ульяновской области засеют почти 285 тысяч гектаров. В этом году на сев озимых культур у нас будет 10 тысяч гектаров выше, чем в прошлом году, что уже является большим показателем для задела урожая 2024 года. Потому что озимые культуры, озимая пшеница нам дает основную массу зерна. Как мы видим, в этом году около 1 000 000 тонн озимая пшеница нам дала. Соответственно, можно рассчитывать на следующий год на такой же объем зерна. В целом аграрии по области намолотили почти 1 800 000 тонн зерна. Это почти 90% от плана. Среди культур это пшеница, рожь, горох, ячмень, овес и гречиха. Анна Тищенко, Управда ТВ.